Если увидеть. Больше не по фану просто биос катают. Ну, ты понимаешь, что там нужно просто Яндексу одному быть против троих. Вообще, Ганса не так уж плохо играют, а Био. Ну да, я бы сказал, что это все-таки их сигнатурка. Так уж случилось, что они оставили ее напоследок. Вот, и они решили просто, блин, поиграть локдаун. Они, видимо, совершили нашу ошибку. Они забыли просто, что... Ну, вернее, не то, что забыли, они как-то недооценили Яндекса на локдауне, но мудрые люди учатся на чужих ошибках. Может, они не в курсе вообще, они такие думают, да, что там играют, ну, то самое, у нас когда матч. Вот. Эй, я поставил пароль, короче, вот, они не могут, никто не может ни зайти, ни выйти теперь сюда, ха-ха-ха-ха-ха. Вот, поэтому они вынуждены играть био. Чё, парни, мы стрим тут запустили, стримим вас, давайте играть био, блядь, нахуй, нахуй. Разобрался просто. Света просила не говорить, что мы стримим, потому что ну, поздно. Запаниковать. А, это... Ну, да, поздно. Но, тем не менее, Ганя отыграла хорошо. Потому что она не слышала, что мы стримим. Настя, ты слышала? Окей. Настя, ты член гуся видела когда-нибудь? Ну, да. И, конечно, третья карта просто к пану. Вот, Белхазерт у нас начинается. СНБ и Ганни играют за Реблов, даже без эквалайзера. Вот, Яндекс тоже решил поиграть за самого... Вот, знаешь, вот мне кажется, что пофиг на хитбоксы, зато он самый БДСМный и самый стильный этот скин. Что скажете? Полис. Про какой скин сейчас речь? Ну, который полис, который вот такой в противогазе. А я, кстати, на нем все время играю. Ну, самый БДСМ, ну, умничка. Ну да, я же тебе сказала, что если надо, я могу доминировать. Ну, слушай, давай не будем забегать вперед. Ну, думаем, что такое надо? Надо мне, знаешь, ну там, пить, там, кушать, вот. Блин, даже не выпивать, просто пить воду, типа, вот, кушать. Мне надо, там, дышать воздухом, мне нужно какое-то тепло. Ну, может быть, даже чуть-чуть человеческого, вот, но... Хорошо. Ну, но мне не надо. Если вот, ты хочешь... Вот, другой вопрос уже. Ладно, мы это обсудим с тобой после игры. После того, как ты мне предложение сделаешь. Разберемся. Сделаю ли еще? Его как бы заслужить надо, понимаешь? Вот так вот, да, я не заслужила. Ну, как бы ты на верном пути находишься, но как бы надо еще постараться. Ты его такие там цветы подари, там, я не знаю, на ресторан пригласи. Да, слушай, ей уже Джерек это рощит бургер, между прочим, она опасный вообще персонаж. Кстати, да. Он зайдет сегодня? Да, обязательно. Парам-парам-парам. Ой, СНБ красиво, как крыска. Пам-пам-парам-пам-пам-пам-пам. Blue Team takes the lead. 6-5 у нас счет. Игра начинает достаточно близко по тенденции октагона. Я бы даже сказал, что вторую карту они начали играть с большим преимуществом. Яндекс 2 хп выбежал из леса. Вау, зато собрал джекпот у него. О, господи. Ё-моё. Ты еще руки помнят, как открывается эта дверь. СНБ, конечно, такое не прости. Но совсем было бы шоколадно. Кустик не выключает РПГ, просто дает ему перезарядиться, все нормально. Окей. Бежим, поднимаем шотганчик. Окей. Яндекс берет трубу. Они сейчас вдвоем, да, готовы его убивать. А Кустик присоединяется, между прочим, с ТП. СНБ убивает Яндекса. Не получается убить Ганни у Кустика, но он бежит по пятам своего тиммейта. Окей. Получает шлепок гранатой. Ганечка отходит от сетки, тем временем СНБ стоит, они не отдали карту почему-то, непонятно, вроде никто не умер, а то что-то все так это передислоцировались, такие, вы теперь выводите. Да, СНБ отпраздновал. Святой Патрик
вот, одобряет шлепок гранаты. Это моя любимая цитата будет теперь. Главное, запомнить ее. Яндекс жонглирует столы. Кстати, блин, на нем уже полетало. Какой-то аттракцион чисто за телепортом у нас на Biohazard. Покататься на столе. Гани наносит урон перед своей смертью. У нее смерть не была зря. Кустик стоит 60 хп, зарядки нет. Да, все, он ждет и надеется, но никак она не появляется. Так, ну самый замес-то у нас происходит как раз-таки за телепортом. Он решил отдать просто, да, видимо, ему Яндекс как-то дал кол, типа, уйди, отойди, давай лучше с трубой выбьем аккуратненько. Окей, 12-8 тем временем, да, ну видно, что как бы контроллер ПГ, он, в общем-то, окупается. Превосходный выстрел, СНБ совершенно безыдейно сдох. Решил что-то под стволкой проветрить немножко у нас кустик перед тем, как РПГ. Да, ну, недостаточное, видимо, ему расстояние в этих окнах. Ганя имеет план гору, ждет аптечки, стоит с бочкой. Мне интересно, суицидит ли она? Вот, и отходит подальше. У нее 10 хп. Ну, видишь ли, как бы она опытная. Да, суицидно. Да, она, да. Недооценила то, что немножко налево там выкидывает оппонента. Но я заметил то, что она отошла все-таки в сторону Магдума. То есть она как бы имела в голове такую возможность. Нет, то есть имела в голове такой расклад. Имела в голове возможность. Имела в голове возможность, правильно. Ну а что вы думали, только мальчики имеют кого-то в голове? Или чего-то? Вот, да я вообще не спорю. Честно, СНБ выбежал. Прогнали Яндекс со сайта. Видимо, не он трубу поднял. Я, честно, не с самого начала наблюдал за этой ситуацией. Нет, нет, просто выбежал дать шлепок дробовиком. Он на РПГ стоял, а Яндекс бы не смог поднять. Яндекс попадает, не попадает, попадает, не попадает, умирает. СНБ 360, кстати, делал. 360, ну, скоп? Да, ну, гранатный. Ну, не зря один из его алиасов это супер ультрафлекс или тотал флекс, что-то такое. Чего, блядь? Ну вот так, да. Я же говорю, это секс. Это секс-символ. Что секс-символ? Видео. Так, ну, я уже сказал, в Инстаграм заходишь, ну вот все. Почему-то не торопился. Yes, Sisters за это оплатится, собственно говоря. Они пробегали где-то секунд 40 в 20 хп каждый. И говоря, вот мне бы хотелось немножко больше узнать о бэкграунде игроков. Кто знает, чем, например, занимается Яндекс по жизни, вот, чтобы зарабатывать деньги. Ну или там хобби у него, может, какое-нибудь интересное есть. Мне никто с ним не знаком, кажется, да? Мне кажется, таксует. Ну, он как на бы... На своем BMW. Ну, я, кстати, знаю, что да, он типа, ну, как бы подтаксовывает, но мне кажется, этим грешат, в принципе, все владельцы крупных городов. Ну, как бы не то, что грешат. Кто? Да, но я знаю точно, что это не его, как бы, основная, типа... Не основной его источник дохода. Для души? Ну а чё, да, типа покататься по Питеру, ну ночью, а чё, круто же. О, кто? Яндекс. Да не, ну он не таксист, может быть, он у него есть там аккаунт, типа, и что-то он там как-то таксует, но не, я совершенно точно знаю, что это не его главный заработок. Он что-то говорит... Мне кажется, он либо в айтишке, либо в около айтишке, чем работает. Это тоже его побочный бизнес. Я на самом деле вас мучаю, я это всё прекрасно знаю, мне просто сохраняю интригу. Вот единственное, кустик для меня это такой, как бы... Человек X. Акустик у нас откуда? Не знаю. Не знаю. Из Беларуси, а точно город настроен. В общем, Яндекс он, короче. Яндекс делает поставу. Да, да. Он это обожает, если честно, задолбал. Вот. Бам. Как ты рассказывать-то будешь? Так не перебивайте, я уже думал, неинтересно никому. Ладно, в общем-то, Яндекс, он, короче, это делает проверки какие-то там, какие-то угольные предприятия, что-то какое-то такое вот. Он туда приезжает и такой, блять, у вас тут все не по регламентам, я вас увольняю, нахуй. Вот так он делает. Нихуя себе. Он сейчас даже находится конкретно в командировке, играет из компьютерного клуба.
Вот. А, касательно Гани, я не знаю, чем она занимается. Вот, возможно, если бы с нами была Света, вот же как жаль, что ее нет. Вот, она бы, может быть, нам могла рассказать какой-то инсайдик про Настю. Вот, СНД, знаешь, занимается подводной фотографией. У него есть там супер дорогое какое-то оборудование, которое он там долго копил. Вот, собственно, почему я пиарю его Инстаграм? TruePixArt. Сейчас я напишу. TruePixArt. Вот так. А ты когда-то напишешь? Ну, ну прям чат игры. Чтоб на демке все осталось. Мы его недавно разблокировали, он очень сильно этим хвастался. Так что, ребята, подписывайтесь, вот, приземляйтесь на лысину СНБ. Удонимайте себе фотографа в Крыму подводного. Он всем очень нужен. У него есть дрон. Он меня такое не ищет. Да? Ну, тогда я даже, наверное, как-то неправильно написал. Или его опять заблокировали. Одно из двух. Поспросим у него после игры. Да, тем временем, конечно, душно, душно на био. Вот, СНБ имеет такой же счет по фрагам, но на 8 смертей больше. Извиняюсь, на 6 смертей больше. Ну что, их, между прочим, имеет всего 2 смерти. Как вам такое? 2, мать его, смерти. Охуеть. А что он делает? Я буду за ним смотреть. Мне кажется, то, что он... Я знаю, что он не делает, он не умирает. У него 15 фрагов, алло. Да, да. True carry. Это Яндексом своими столами жонглирует. Кустик делами занимается. Решала. Вот так. Стоит на РПГ. Видимо, ну то есть как бы Яндекс, он принимает на себя первую волну, впитывает там весь урон, наносит сам урон. Ну вот, а Яндекс... А и просто это... Там уже. Да. Плюс он ромит, там контролирует респил. Вот, а... Путь смерть для кустика. Мне кажется, что сейчас его глаза наливаются кровью, половой член переходит в эрогированное состояние. Ого. Да. Видео. True PixArt. Не нашла. Я нашел, но аккаунт приватный. На самом деле, ты уже смотрела картинки. Вот член гусяет, на самом деле. У меня детская травма из-за тебя. Слушай, у тебя недавно день рождения было, ты понимаешь слово детское? Да, мне 18 годиков, плюс 10. О, кустик. Слушай, не, если... Ты, конечно, уменьшишь, ты слишком старая уже своим. Если бы тебе было 15, то я бы более охотно твое предложение рассматривал. Не поняла сейчас. Такое слово тебе непонятно. Ты что, занимаешься растлением малолетних? Почему? Я просто живу в средневековье. У меня как бы, ну, до сих пор в голове. Вот, так что, типа, люди в 30 уже умирают от болезней, потому что нет антибиотиков. Соответственно, женить нужно. Да, столько еще не придумали такое число. И вообще, сколько есть семей. Вот, и короче. Ну, мне еще нет 30, так скажу. Вот, и. Скоро умирать. Ну, скоро. Ну, не знаю, я, может быть, стану вампиром. Я еще не решил. Господи, кустик играет по заведам медведа. По стволочке, да. Так я тоже. Не, ну сейчас ты не играешь, поэтому я этого не вижу. Я имею в виду, что... Ну, хотя кустик-то... Он же не олд, да? Ну ладно, тогда я не знаю, почему. О, он сейчас что-то... О, просто как Dark Soul учил. Про то, что многие олды так делают. Блин, ну кустику дали инфу, он прошел мимо. А я замьютил всех. Почему? Ну, потому что они токсики. Я не могу сосредоточиться на игре. Я решил просто примут всех. Что? Как он вообще разобрался в этой ситуации? Вот я чисто... Профессионал, а ты что думал, у него 22-4? Алло. У меня на био никогда, наверное, такого счета не было. Вообще просто, ну, может быть, только в один на один в каком-нибудь. Ну, пусть так делает историю. Ему пора против Джерка играть, я считаю. Рождение легенды. С его тактиками, с его разборами ситуации, так сказать, в ловушках. Я думаю, что Джерк был бы не против начать свои тренировки на сервере SF, именно с кустика, и в этом заключалась бы величайшая его ошибка. Био. Сюда,
Окей. Слушай, прям три подстволочки, все мимо, но зато их три. Ну, медведь же учил так. Я думаю, да, что он даже не знает, кто это такой, но он учил. А прикинь, если он откопал, короче, все старые материалы на HL2DMU, прочитал их. Спрей, спрей. Спрей. Ладно, в общем, Гани учится не так хорошо, как... У меня, точнее, учится не так хорошо, как кустику медведа. Вот. Вау! Ну, красиво. Ну да, там два потенциальных было. Группа. По-моему, по тиммейту опять свой... Сейчас, подожди... Нет, ладно. Ладно, не на что попасть. Подожди, откуда у СНБ там шотган? Или кто там, Гани была? Не знаю. Может быть, он... как импульс 101 там вот этот прописывает. А, скорее всего, да. Вот так, вайпнули сейчас команду Fucking Cripples. Кустик уже, конечно, немножко подустал играть в режиме максимальной концентрации, это чувствуется. Окей, немножко не добросил гранату, немножко не нащупал лифт, немножко умер. Там-пам-пам, поплескался в водичке, выходит с гранаткой, кидает ее, не добрасывает. Нужно потренить ему гранатки. Мне кажется, если бы он гранаты кидал так же скиллово, как Миша, то он бы вообще играл в, даже не в первом дивизионе, а в дивизионе Гран-при, где он был бы один. Он был бы как не, с ним бы никто играть не хотел, потому что слишком жесткий. Бам. Он уворачивается от ракет просто как Нео. Да, да. Он какие-то сверхспособности открыл. Я бы даже сказал, не как Нео, а как тот паренек, который пришел знакомиться с родителями своей девушки. Он уворачивается от вопросов отца. Потом, какие у тебя планы на жизнь, там также от РПГ филигранно уворачивается. Ага, на собеседовании вы увидите себя через 5 лет. Типа того. Что-то сглазило. Инфа какая четкая, ну ты смотри. Ладно. Что ж, настало время немножко посмотреть на фидера Яндекса. У него счет 301-27. Еще немного, и у него будет вообще отрицательный КДА. Так. Не, ну он весь удар на себя принимает. Ну, это как бы да, но вот сейчас мы посмотрим, какими конкретно методами он руководствуется. Достаточно неуважительно к Гане, вот недооценивая ее шотган, да и вообще, в принципе, следует за ней ТП прямо по таймингу, зная, что там есть его любимый стол, на котором можно покататься. Вот он этого не побоялся и за это заплатил своей жизнью. Окей, подбирает импульску, сейчас будет, видимо, стрелять на сетку. Нет, шар не нашел, поэтому стрелять не будет, поднимает магнум, возвращается назад. Не спешит умирать. Хочет на бочке покататься, как в Гаримоде, наверное. Посадил за решетку и еще и стреляет. Смотрите, вот он. Надзиратель. Он справился. Да, не такая психанула и швырнула просто мебели какую-то. Типа, знаешь, тарелку разбила в семейном скандале. Такая. Ты достал меня унижать, и берет такая, разбивает что-то. Ах. Блин, какой интересный замес на R2 сейчас происходит, гайс. Не, он же закончился, извиняюсь. Что, забайтил? Я за Яндексом смотрю. Да. СНБ наказал его. Так, спрей будет ставить? Нет, не будет. Бля, диалоги просто невероятные. Диалоги в чате, в смысле? На твиче? Ну, не-не-не, у них в игре. А, да? Так может, имеет смысл размутить, кстати говоря? Давайте размутим, да. Да, я тоже, пожалуй, присоединюсь, это у меня здесь была палочка плейерлист. Надо бы это, кстати, сейчас сделать, потому что я потом просто забуду. Яндекс будет со мной общаться и подумает, что он больше у меня не друг. Яндекс подумает, что он теперь спал. Сука, она гайд нахуй. Не будет тебя катать на своем BMW. Пиздец. Просто отцовский. Гумен. Бар туда приехал на каршере. Я вообще не знаю, BMW ли у него, может у него, блядь, велосипед трехколесный, и он таксует на нем. Что происходит? Что сейчас пытался сделать?
Было бы прикольно, кстати, если бы вы сидели с Яндексом в одном клубе. А я... Типа... Так нет, он же вообще, ну, где-то в Сибири. А, да? Да. Ну и ты, посмотри, какой. Видишь? Ну так-то у него из Питера обычно там других людей. Потому что командировка, лол. Да, да, да. Я его вызывал, говорю, приезжай ко мне, он говорит, не, я к тебе в ебеня не поеду. А в каких ебенях ты живешь? На юго Африке. На... Ну, я не хочу на стриме там говорить, где я живу, но на юго-западе я живу. Ну, я выезжаю, Саш. Ну, давай. За такси сама заплатишь? Кольцо только с тебя. Слушай, а вот помнишь такое, короче, с большим бриллиантом, который сосать надо? Да. Ну, на такое кольцо я согласен. Можешь мне еще и залёнки сделать, фольгу вытащить. Еще на магнум. Залёнки тебе залить? Ну, фольгу вытащить и сделать кольцо. Не, ну это как-то совсем уж. Кто-то хоть пососать можно. Ну, вкусненько. Блин, ну да. 5 минут. Слушай, на самом деле они достаточно сильно сократили разрыв. То есть, как бы, всего 16 врагов на данный момент. Вот, я думаю, что сейчас за ними контроль, да. По смерти, посмотри. Да, как хорошо шел. Когда-то у него было там всего лишь 3, а не 20. А фрагов-то прибавилось всего где-то 13, да? То есть, ну, он, по сути, первой половины карты отыграл почти с когда там... Сколько там, 1-3, да? Ну, было 15-3 у него, когда был 5. Да, когда 5, вот. Ну, да, я говорил, ну, да-да-да. Ну, короче, да, превосходная игра. ГГС. Это было интересно. Гани счастлива, ей все понравилось. Потому что она играла... Она играла в неведении того, что на нее смотрели миллионы людей. Вот, они кидались в нее своими трусиками в экран прямо.